Очень хрустящими и вкусными получаются чебуреки на сметане. Так как тесто не дрожжевое, такие чебуреки можно смело сделать на завтрак. Подавать к столу чебуреки лучше в горячем виде со сметаной. Для приготовления чебуреков можно использовать не только куриный фарш, но и любой другой. В него, кроме соли и молотого перца, можно еще смело добавить измельченный лук. Вода – 50 мл. Сметана – 2,5 столовой ложки. Соль – 1 чайная ложка, 0,5 чайной ложки – в тесто, остальное – в фарш. Перец черный молотый, по вкусу. Яйца – 1 штука. Фарш – 150 грамм. Масло растительное – 100-150 мл. Мука – 1,5-2 столовые екона. Количество порций – 3. Подготовьте ингредиенты по списку. В миску вбейте яйцо, добавьте соль. Влейте воду и выложите ложкой сметану. Перемешайте, добавьте муку. Замесите руками тесто. К фаршу добавьте соль и молотый перец. Все хорошо перемешайте. Разделите тесто на куски. Каждый кусочек хорошо раскатайте скалкой и выложите немного мясной начинки. Сложите чебурек пополам. Скрепите сначала руками, а затем вилкой края. В сковороде разогрейте растительное масло. Выложите чебуреки и жарьте их на среднем огне до красивого и золотистого цвета с двух сторон. Вот такие готовые чебуреки получились. Подавайте их к столу горячими.